сейчас соответствующие вопросы, которые у вас задавали. Значит, проектная организация. Вы урегулировали вопрос, как вы сказали? То есть понятно подрядной организации, как заходить и как работать? Ну да, все сметы предоставлены. Так, а что еще тогда нужно? Время сегодня уже 13, сегодня 15, 13 вы должны быть. Я понимаю, сметы нам сегодня только дали. Сметы еще должны пройти проверку, мы должны заключить дополнительное соглашение. Сметы я по пути только получил. Так, что у нас, Диана Владимировна? Мы, получается, пожертвовали зеленку, добавили до зоны восстановления, добавили поэтому камень, то, что на демонтаж вместо 7 было 2,085 получилось. Либо меньше. Мы все работы учили, что мы 6 числа... Нет, что мешает, я сейчас не... Вот с учетом даже... Что сейчас вы говорите, параллельно заходить техника, где у вас, где аншлаг, что у вас работы должны быть. Потому что у нас нет понимания того, что мы в конечном итоге будем. Почему делать? У вас нет понимания? Потому что в рамках 10% у нас не хватает. Не вот поверю, не поверю. Я уже говорил вам, когда поверите, мы... Вот есть сметы, значит, да просто не первый раз диалог идет с вами на эту тему. Ну. Я говорил о том, что у нас протяженность порядка 1400 метров. И я говорил, что я не дам улицу полностью взрывать, то есть имеется в виду выкапывать, как это было по Кравченко. Мы на том штабе определили участок, значит, Кравченко до Лапенкова, на него выходим, только с одной стороны. И я не могу поверить, чтобы ни на одну сторону у вас нету, значит, возможности выходить на работу. Вы одну сторону возьмите, идите, остановитесь, как, соответственно, вы считаете уже, все, мы не можем делать. Либо, допустим, параллельно согласовывается, значит, график производства работ дополнительный, либо виды работ. Что это мешает? Техника где у вас находится? Техника у нас находится в Красноярске. Вопрос не в технике, вопрос в том, что мы же разговаривали, я обсуждал, что объемы работ у меня на один день. И до согласования полного того, что я делаю, потому что один день мы решаем, что мы делаем газон, второй день, что мы садим зеленку, сейчас мы решаем, что мы убираем кусты и будем делать газон. А демонтажа у меня на один день только. И до полного согласования, как куда я приступлю. Ну, приду, разобью, а потом скажу. Ну, я еще раз говорю, мы не первый год проводим штабы, и я это тоже неоднократно слышу, но первый раз я сталкиваюсь, что вы заявились на конкурс, предварительно как заявляетесь на конкурс, изучаете документацию, все, вы согласились, соответственно, какой-то цене упали, соответственно, пошли, выполняете работы. И получается, согласовали график, и вы, тем не менее, значит, ни технику, ничего у вас нету, людей тоже самое нет. Ну это же не безобразие. Меня вообще, мою позицию слышите? Мы тоже работаем. Вы людей, позицию услышите, пожалуйста, позицию, да? Людей я то слышу. Есть... В рамках сметных объемов я работать готов, но сметные объемы не соответствуют. Я уж еще раз говорю. Я что вы хотите сказать, тот объем, сколько у нас, значит, миллионов с контракт? 21. И что вы хотите сказать за 21 миллион? Значит, вы говорите, у вас нет возможности выходить работать сюда? Причем вы хотите сказать за один день, за одну неделю выполните объем работы, что ли? Так как это вы говорите? Нет, для того, чтобы выполнить, нужно выполнить демонтаж, которого нет. 21 значит, миллион или 50 миллионов. Давайте делаем миллион. Так. Я вижу, что у нас очередной раз, к сожалению, идет непонимание с подрядной организацией. Значит, сегодня правовая служба. Правовая служба, Нина Вячеславовна. Значит, я вижу, что у нас определенное непонимание идет. Еще раз говорю, то, что подрядчик с целью, в первую очередь, выиграть контракт, ну, а затем он начинает только вникать, какие виды работы и чего как. Однозначно здесь инновация то же самое. Сегодня до 16 часов значит, мы принимаем решение. Либо отстраняем подрядную организацию, время еще есть, пойдем на это. Либо они заходят, значит, на буквально через 2 дня и работают. Вы слышите, да? Потому что я вижу, это начинается опять какой-то шантаж. Поэтому до 16 часов нужно принять решение. Принимаем решение, значит, расторгаем, идем дальше. Время есть еще. Не надоело на эту тему говорить. 16 часов, все, с вами разговаривать закончим. Значит, у вас только на камеру. Дальше. Без камер по-другому. Дальше, идем. Где у нас? В юридическом поле работаем.